Сапэ пушистики, у меня к вам челлендж на 150 робоксов. Для того, чтобы их получить, нужно выполнить следующие условия. Первое, прожмякать подписку плюс колокольчик. Второе, поставить царский лайк. И третье, найти в этом ролике три скрытых панды. Они будут появляться в ролике в различных частях экрана. И кто первый выполнит все условия и напишет в комментах три тайм-кода с пушистиками, получит 150 робоксов. Желаю всем удачи и приятного просмотра. Друзья, всем привет, с вами как всегда Бамбуку Медведька Панда и добро пожаловать ко мне в гости. И сегодня мы с Даником поиграем в Roblox Killer. Какой-то киллер, Даник, привет. Всем привет. Ага, рассказывай, как тут, что играть-то надо? Мы на стримах маленько тут с тобой играли, я знаю, ты тут уже более-менее разобрался. Ну да, играл, вон играю. Ага. Вот для начала появляйтесь тут в лобби, это самое первое. Тут кого-то сейчас уже убили, да? Тайминг. Ну да, это список показан, кого убили, кто жив, кто убежал и так далее. Ага, ага. О, тут подписчики знают. Наши уже зашли, смотри. Красавчики. Короче, это типа Murder Mystery, да? Нам нужно будет убегать. Типа того. О, какая это как эти слендермены и все такое. Ну, это типа вот этого. Ага. Murder Mystery, это были, так сказать, были как и маничные. Ага. Я вот второй уровень, мы только играли тогда на этом маленько, на стриме и все. А ты какой уровень? Ого, 20. Ты уже 20-й, нифига ты прокачан. Ты тут супер маньяк, типа, наверное, да? Ну, я пытаюсь докачать до 25-й, чтобы потом 25-й маньяк и все маньяков просто. А, там чем больше уровень, тем больше там доступно маньяков, да, всяких? Угу. Там на 5-м один маньяк, вон. Это сейчас выбор маньяка, сейчас будет выбираться. Ага. Кто будет маньяком. А ты играл тут за маньяка уже? Я ни разу не играл. Угу. Уже играл. Только тут трудно попасть. Капец. Есть тут геймпасы, что они бесполезны, тут не надо их покупать, что они не нужны. Геймпасы не покупать, да, лучше? Ну, кому хочется, но просто они не нужны. Вон, 3x, что ты шанс, может быть, станет маньяком, VIP и двойной прыжок. Капец, мы что, против бабки Гренни будем сейчас воевать? Ага. Вон, видишь, она появляется в центре, если что. А туда лучше не подходи. А я тут еще бы знать, где центр-то, где не центр. Вот, центр. Беги. А, это все понятно. Пингвин, спасайся. Погнали. Даник, текай. Наша задача сейчас и тупо скрываться. Да, если что, можно включить музыку, и под музыки можно понять, он близко или нет. Там музыка очень громкая такая. А, по звукам, да, ориентироваться? Ну, можно по звукам, и даже карта очень скрывает, видно. Ага. Ой, я куда-то наверх залез. О, слышал? Вот она бежит. Ой, капец! А, она меня зарубила, что так быстро? А да. У меня еще и звуков тут нету. Я думаю, что-то не то. У меня звуков вообще, у меня звук был выключен. Ты спасся, нет? Угу. Сейчас помогу тебе. Блин, да ты текай лучше отсюда. Миш, а, спасибо, спасибо. Тебя убили? Ударили. Капец, я сейчас тебя спасу, погоди, я сейчас догоню. Я сейчас обойду с той стороны. О, все спасли. Тебя спасли. Черт побери, а как нагинаться? Я не могу нагнуться. На shift. А я на control, нажимал. А, женщину сейчас убьют. Капец, бабка всех зарубила, не. Ну и сейчас противно. Стоит рядом с вами, это называется кемпер. Только благодаря этому вы не умираете. Ого, меня сейчас поднимут. Да капец, жесть какая, она всех рубит. Че она такая злая бабуля? Все, меня все три раза зарубило оно. Во, именно, видишь, каждый один раз тебя поднимает, теряешь сердце. Второй раз поднимает, ты теряешь второе сердце. Третий раз, все, это смерть уже. Ага, три раза, короче, типа три жизни, да? Да-да. А ты еще играешь? Да, я еще жив. Блин. Я просто постоянно бегу по карте, собираю монетки, чтобы скины покупать. Ну, их просто убегают. Ага. А я сейчас буду наблюдать, мы за тобой наблюдаем. Давай, пингвинчик, да. Беги, красавчик. Капец, у тебя такая прикольная рубашка. Ты ее покупал? Или это бесплатная? Не, купил. 5 роблоксов мало стоит. А, ну нормально. Если бы мог, я сделал для своей группы такую, ну, примерно такую, но это такие футболки делать очень трудно. Прикольно. Капец, ты куда-то в какую-то канализацию, что ли, спрятался? Обалдеть. Да, вот тут. Но-ка, проверяй всю карту. Ну, я знаю всю эту карту, я проверяю везде, когда я демоник. Ага. А что рассказывай, какая там у тебя погода в Израиле-то? Ну, сейчас более-менее с самого утра холодно, а потом уже становится тепло, жарко и нормально. Ну днем сколько градусов там у тебя? Днем? Сейчас проверю.
верю, даже если днем у меня 10. Плюс 10? Да. Нормально. У меня минус 20. О, неплохо. 11. О, 11 тоже тепло. Че, вы тут спрятались? Они, типа, бабка вас не, Гренни не видит? Не, она где-то там гуляет, бегает, ищет. Блин, а меня как-то она быстро зарубила вообще. Видишь, я вон бегаю, собираю монетки и... Просто, видишь, у меня за спиной тоже такой ножик есть. Ага. А ты можешь ей отомстить? Ну, когда будем маньяком, да. А так нет, надо не убегать. Ты можешь этими лапками своими по щечкам настучать. Она обычно у меня укусит. Капец, я еще две жизни, красавчик. Ну, я бегаю, поверь. Потихоньку начинаешь привыкать, и вон бегаешь. Ну смотри, задача тут и просто бегать, убивать. Маньяк убивает, а ты люди подбегают, понимают. У вас 1.5 минуты осталось, да? Угу. Когда будет минута 10 секунд, можно подбегать воротам и ждать около ворота. На минуту уже ворота открываются. Там же надо еще спастись. Там надо спастись, точно. Ну, мы один раз на стриме играли. Да, смотри, когда ты убегаешь, получаешь 50 опыта. Поднимешь человека, получаешь 9 опыта, плюс еще 5 монет. Когда маньяк убивает, получает 5 монет и 17 опыта. А, и так качаешься. То есть, когда помогаешь людям, тоже, короче, ты прокачиваешься, да? Да, получаешь 5 опыта и, ну, 9 опыт плюс 5 монет. Обалдеть. Видишь, он... Время пошло и показано, где выход. Кому, кто не знает. И его на карте такая зеленая точка. А точка — это ребята, да? Ну, точки — это да, и плюс дверь такая, выход. А, я думал, что ты тут трёшься, ты уже знал, что здесь дверь, да, получается? Ну да. Я просто знаю всю карту. Вон, видишь, тут есть как раз ножики. Можешь взять ножик и купить на монетки. Тут можно купить, а можно просто собирать монеты. Обалдеть, нифига себе. А это ножики — это типа скины, да? Да, для красоты. Ага. Они там не... Есть ножи... Можно купить, можно просто зайти в группу разработчика, можно ввести код и получить все ножи. Ага. Но можно они, как раз ввести они код, на дамаг никак коды не влияют, да? То есть на повреждения? Не, на... Они для красоты. Ага. Капец, надо хоть какую-то фишку ввести в игру. А? Надо хоть какую-то фишку ввести в игру, что для чего собрать монеты. Ага. И да, вот, тут... можешь сейчас ввести код 10М. О, мы уселись тут. О, ну, видишь, сейчас показано, все, кто бежал, все, кто погиб, капец, сколько монет убил. Я да меня самого первого зарубили. На меня все охотятся, все хотят от панды откусить кусочек. Ну чё, попробуем еще разок? Давай попробуем. Угу. О, все в этих новых, это, ты вводил все новые коды? Да-да, у меня все есть. Может быть, тоже сниму, для тех, кто не знает. Ага. Он, может, тебе дам на тебя ссылку, пусть посмотрит у тебя. Ты коды тоже снимай, подписчики тоже любят коды. Да, подписчики, все любят коды, конечно, все любят. Я тоже стараюсь коды все снимать. Новые, но я ради них стараюсь. Ну, давай, молодец. Вот как раз вы можете заходить в группу, там мы постоянно сидим, общаемся, вон, у меня там вон, хорошая аудитория. А, в Дискорде, да? Да. У меня вон администрация хорошая, как раз будет набор модеров. О, группа начинающая, но там нормально общаемся. Вон, ребята, если чё к Данику обращайтесь, модераторы нужны, кто адекватный. Блин, спаси ты был, Ванечку. Капец, меня опять мимо про это. Ну, тут бывает по-разному. Но. Видишь, больше людей, шанс будет меньше. Меньше людей, шанс будет маленький. Но зато веселее, больше народу веселее. Ну, опять бабка. Опять бабка страшная. Да, мы постоянно, когда сидим наедине, мы просто придумываем историю с этой бабкой или маньяком. С бабкой мы придумали, просто она нас под пичками, напичкает блинами. Ну, просто для прикола. Блинчиков, да? Ну да, вон клоуном мы придумали, что он хочет, у нас хочет, не знаю, порезать, что мы украли у него шарики. Ну, просто так, для интереса, что было интересно. А мы у бабки украли ее блинчики. Эй, ты куда залез? Ой. Пингвин. Застрял. Застрял, за лапы тащите. Чё стоишь, подписчик, помогай. Ну, смотри, в таких картах постоянно маньяк появляется около двери. Вот тут дверь и где-то там дальше. А осторожно, около двери не появляется. Там музыка какая-то страшная. Ты где, я тебя потерял? А он рядом. Я сзади. Куда бежать? Он, видишь, на карте Help Me. Это человек, ну, когда он спасти, но если видишь, что у него хп не уменьшается, это маньяк. А блин, сюда не капец, подходи. Страшно.
музыка, да, начинает играть, значит он близко да, да, где-то. Блин. Видишь, он тут бабка ложит всех. Блинчики, не хочет им покушать ее. Блинчики, да она со своими блинчиками. Mm-hmm. Вон бабка бегает, вижу. У тебя как раз, когда поднимать тебя 5 секунд, у тебя шарик и хотя тебе бить не могут. И плюс еще скорость очень высокая. Капец, бабка бежит за мной. Я спасу. Я тут тоже кого-то спас. Давай. Капец, текаем, о, ребята, текаем. Она за вами. Она за мной бежит. Угу. Иду спасать. Я тоже спасаю здесь кого-то. А-а-а! Нет! Нет! Она меня зарубила опять! Я спасу. Спасай, Даник, меня! Текаем, спасибо, спасибо, дружище. Она тебя не убила? Ударил, беги, беги. Капец. Я запутался. Главное, хоть кто-то выживет. Я бегу, спасаю. Надо тут спрятаться. Ну что, с анимацией? Жесть какая-то. Бабуля! Анимация, блин, у меня крылья торчат, я бы так бы мог спрятаться. А, вот именно, вот это говорю, вот все эти фишки с крыльями, все это у нас. Надо здесь снимать, так можно. Вот видишь, тебя не видать. А не, у тебя тоже не, хвост видишь, торчит. У тебя хвост торчит. Это вот видишь, лапка, потому что анимация такая. Вот ага. Можешь сюда залезть, вот сюда, и вот тут в углу сидеть. Я так лежать понял, знаешь, как надо? Где-то вот, чтобы можно было спрыгнуть. Если она, например, наверх идет, хоп, вниз спрыгиваешь и оббегаешь с другой стороны. Ну да, есть. Эти просто есть места, где можно тупо, ну, спрятаться там нормально. Я вот здесь буду сидеть. Что-то страшно. У тебя два сердца, у всех по одному сердцу. О, да. Всех сердца ударят, бабка, все, мы. Блин, я боюсь, что у меня крылья там с той стороны торчат. Не, видишь, тут один проход, там другой проход. Если она придет, то мы узнаем. Потихоньку все сидим, потихоньку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, о, бабка внизу. Бабка внизу где-то, да. О, не вижу ее. Она проверяет ящик. Вообще жесть страшно как. А я... Я боюсь, что у меня крылья будут торчать. Пингвин, спасай нас. Если она сейчас залетит сюда, она нас всех почикает. Вы представляете? Здесь сколько трупиков будет. Это да. Она ушла. Надо где-то посередине встать. Капец, нас тут забилось вот народу. Мы тут как рыба в банке, селедка в банке. What? О. Где-то она шоркает. Да я как-то тихонько убил. Ой, она тут под низом бьет. Тихо, где она? Осторожно. Под нами. Она под нами? Да, нас кто не видит убил тут человека? Так, 18 секунд остается и открытие, да? Куда бежим? Даник. Вот сюда идем. Ой, она идет. О, она идет. Текаем, текаем, ребята. Дверь, дверь. Я сюда, капец, за мной. Меня убили. Она нас нашла. Ай. Не убили. И все, я сейчас этот. Она возле меня бегает. Она от меня не отходит. Если можно ползти. Смотри, вон, видишь дверь? Можешь заполнить до последней двери. Если выползаешь, тоже считается, что ты сбежал. Если у тебя время есть. Она где-то внизу, эта дверь. Да, надо обойти. Надо обойти, нет. Ты убежал? Не, меня убили. Тоже убили. Мне бабка беспощадная. Блинички не хотел покушать. Он назад, видишь, вон дверь. А-а-а, бегом, медведь, бегом. Ты сбежал, получай 50 опыта и... Я спаса, офигеть. На последнее хп у меня было. Обалдежечки. Мы вдвоем. Мы вдвоем с челиком, да? Фу, обалдешечки, прикольно было. Ну чё, будем завершать, Даник? Две катки мы сыграли, да? Ну да, для начала можно, если что, вон, заходите, вон, общаемся, играемся, вон. Но. У Капаны ребята, ссылку на канал Даника я оставлю в описании. Кому интересно, обязательно подписывайтесь, он тоже будет снимать видосы. Также у него всякие будут конкурсы, там, робоксы, не робоксы, да, Даник? Да, робоксы, вон, петы, данжи вещи, как раз я для вас, вон, перебью. Отлично. Спасибо, Даник, за игру. Прикольно сыграли с тобой. Угу, давай. Давай, ну, удачного тебе дня. Жму лапку тебе. Угу, тебе тоже. Давай, пока-пока. Всем до встречи. Пока. Пока.